Итак, друзья, всем привет. Небольшое видео о затворе фотоаппарата, о механических и электронных. Сейчас это становится очень актуально и популярно, и хочется во всем разобраться, чтобы всем все было понятно. Отдельное спасибо хочется сказать Андрею Чилову за помощь в создании этого видео. По сути, нашел всю информацию, упорядочил, приготовил к видео. Итак, наш затвор. Вначале буквально две минуты для тех, кто все начинает с нуля и еще ничего не знает. А затвор это, проще говоря, дверка внутри нашего фотоаппарата, которая в обычном состоянии всегда закрыта, но когда мы нажимаем кнопочку, она открывается на очень короткий Время, свет сквозь нее пролетает и получается фотография. Все очень просто. Скорость затвора и выдержка это одно и то же, просто по-разному называется, также очень часто обозначается просто как SS. Если вы где-то читаете какие-то статьи или прочее, а, то может называться не скорость затвора, не выдержка, а просто SS. И тут есть небольшая путаница. Важно понимать, что скорость затвора это время, на которое дверь остается открыта, а не скорость, с которой дверь открывается. То есть, если мы установили на вашем фотоаппарате скорость затвора одну секунду, это означает, что дверка очень быстро открылась, одну секунду она была открыта, а потом закрылась. А если мы поставили а, скорость затвора 10 секунд, то дверь также быстро открылась, 10 секунд была открыта и потом закрылась. Потому что само по себе название скорость означает, что это некая скорость какого-то движения, но правильно здесь более подходящее название именно выдержка. Данный параметр говорит о том, сколько времени было выдержано, сколько времени была открыта эта дверь, а не с какой скоростью она открывалась. Так как скорость затвора это период времени, на которое дверь открыта, она изменяется в интервалах то есть скорость затвора может быть одну секунду дверка была открыта одну секунду а может быть одна 30 секунда. это такой кусок времени который в 30 раз короче чем секунда вот а, дверка открывалась на такой маленький период времени который в 30 раз короче короче чем секунда а также она может открываться на одну тысячную секунду, то есть а, настолько маленький отрывок времени что он в тысячу раз меньше чем одна секунда а, и начинающим ребятам это кажется чем-то фантастическим и вообще я не очень советую пытаться осознать как на таких скоростях что-то может Происходить. Скорость затвора отвечает во-первых за объем света, который пройдет во внутрь фотоаппарата, насколько темная или светлая получится фотография, а во-вторых отвечает, насколько резкими и нерезкими получатся подвижные части в этой фотографии. На данный момент фотоаппарат у нас стоит на очень хорошем неподвижном штативе, э, настроен так, что скорость затвора 1 секунда, то есть дверка быстро откроется и одну секунду будет открыта, потом быстро закроется, э, и даже если здесь э, было довольно темновато, то за одну секунду к нам пройдет очень много света, фотография. Фотография получится в принципе светлая, и вот как вы видите фотография очень четкая, очень резкая, и никаких у нас проблем мы не будем ничего менять, фотоаппарат также останется неподвижным, все останется точно так же. Теперь наглядно видно, на что еще влияет скорость затвора, помимо яркости фотографии. А, то есть один, одна секунда это очень длинный период времени на самом деле. За этот период они успели немножечко присесть, чтобы оттолкнуться, оттолкнуться, подлететь вверх и начать падать еще вниз. И на протяжении всей этой секунды происходило это движение и а, фотоаппарат все это время его записывал. И как вы видите все, что было неподвижно а, осталось четким резким, а все, что было подвижным осталось размазанным это при условии что фотоаппарат стоит на хорошем штативе если бы я держал его в руках у меня бы тоже все у меня вообще бы все в целом было смазано потому что а, в любом случае за одну секунду хоть какие-то на движения дрожь в руках какая-либо была теперь мы ставим фотоаппарат на скорость 1 30 секунды то есть это очень очень маленький период времени дверка открыта а, на время который в 30 раз меньше чем одна секунда кажется что это вообще мгновение но все равно смотрите за этот период времени ребята успели немножечко пролететь то есть Разумеется, не так, как в прошлый раз. Но за эту долю, за этот момент они все-таки несколько сантиметров пролетели вверх. И получается, все равно получились нерезкие. Потому что на протяжении всего этого времени фотоаппарат создавал фотографию. Рисовал ее, скажем так. А в этот раз мы поставили одну тысячную секунды. То есть такой период времени, который в тысячу раз короче, чем секунда, кажется невероятно быстрым. Но именно для таких ситуаций они и нужны. То есть получилось так, что они у нас прям заморозились, зависли в воздухе если это увеличить, то у нас все очень четко, очень резко. А теоретически за этот период времени они также прошли какое-то расстояние. Разумеется, они не были неподвижны, а, но это расстояние настолько было незначительно, что практически не отразилось. То есть а, это все может нам только под глобальным увеличением под микроскопом увидеть, что там что-то как-то произошло. Поэтому, когда речь идет о каких-то серьезных спортивных мероприятиях и прочем, то там востребованы скорости и 1000 может даже быстрее понадобиться, особенно там, когда какие-то гонки либо очень быстро бьют мяч теннис там футбол и прочее в современных фотоаппаратах э, ставится и более высокая скорость затвора то есть в большинстве случаев на недорогих фотоаппаратах максимально это 1400 а на дорогих фотоаппаратах это как правило 1 8000 то есть скорость затвора настолько огромная что она в 8000 раз быстрее чем 1 секунда короче чем 1 секунда то есть в обычном понимании затвор это механическая штука которая э, установлена в вашем фотоаппарате которая имеет дверки которые могут открываться и закрываться но сейчас все чаще и чаще вновь в новых фотоаппаратах независимо от фирмы то там то там начинают устанавливать электронные затворы электронный затвор на самом деле он никакого отношения к обычному затвору не имеет в том плане что нет уже никакой физического нет нет уже никакого физического настоящего такого предмета который бы стоял перед матрицей и загораживал собой свет а как обычный затвор когда у нас работает электронный затвор, у нас постоянно, беспрерывно свет через объектив попадает сразу на матрицу и ничто ему не мешает. Как только вы нажимаете кнопочку затвора, у нас матрица обнуляется, вся информация с нее стирается и в следующий период времени, допустим, у нас вы поставили электронный затвор одна тысячная секунды. И вот следующую одну тысячную секунды матрица запоминает, все, что на нее попало и создалась фотография и все. И дальше после этого времени опять свет постоянно попадает у нас на матрицу. А, просто его стали назвать также затвор, чтобы просто людям было проще и понятнее и ничего не нужно было лишний раз объяснять. Как у всего у электронного затвора есть свои как плюсы, так и минусы. Какие преимущества? А на данный момент сейчас уже множество фотоаппаратов, которые могут фотографировать с одной 32-тысячной. А на самом деле скорость такая, чтобы компенсировать какое-то движение на практике я ну, не слышал, чтобы такое необходимо было при каких-то съемок. Но это очень сильно помогает, когда я в солнечный день хочу снимать на открытой диафрагме, а, допустим, я хочу летом в солнечный день снимать на диафрагме 1.4, а если у меня будет 1.8 тысяч у меня получится просто фотография о том как белые медведи на северном полюсе в снежки играют то есть все будет безумно засвеченное белое, одна сплошная белая заливка получится и в этом случае у меня есть либо вариант одеть ND-фильтр, такое темненькое стекло которое меньше сквозь себя света пропускает либо если у меня фотоаппарат вот с таким электронным затвором я ставлю одну 32 тысячную за такой дико короткий период времени попадает очень мало света и даже на открытых диафрагмах я могу снимать в солнечный день Вторая его особенность – абсолютная бесшумность. То есть не тихий, не еще какой-то, а абсолютно бесшумный. Невозможно понять, невозможно понять, когда делается фотография. Все происходит в абсолютной тишине, никаких звуков это не издается. Тут это как плюс, так и минус. То есть при съемке где-нибудь там на венчании, либо еще при съемке, допустим, венчания, крещения, это, разумеется, преимущество. При съемке на практике люди не понимают. То есть люди привыкли, что ждут каких-то щелчков, каких-то моментов. Я как-то пробовал снимать на полностью бесшумном, и люди как-то стоят в недоумении, в постоянном каком-то напряжении, то ли снял, то ли не снял, и что вообще происходит. Поэтому во всех вот аппаратах, в каких есть электронный затвор, какие я знаю, у них всегда есть имитация затвора. То есть вы можете какой-то приятный звук, как правило, таких вариантов есть несколько: потише, погромче, помелодичнее, погрубее. Вы выбираете, что вам больше нравится, и как бы тихонечко он такие приятный, приятный звук затвора издает. И но если вам нужно, можете снимать полной тишине. Нет ресурсов затвора, что очень важно. Если вы очень дорогой востребованный фотограф, для вас не критично в а каждый год, там раз в два года менять фотоаппарат, покупать каждый раз новый крутой фотоаппарат. Для начинающих ребят это очень критично, потому что, во-первых, вам нужно очень много а, и, как правило, бесплатно снимать, чтобы набить руку и получить популярность. Плюс, пока еще нехватку опыта, вам нужно компенсировать количество. И каждый раз, фотографируя много фотографий, вы переживаете, что скоро ваш фотоаппарат сломается. То есть, в большинстве случаев у фотоаппаратов это 100 тысяч а, срабатываний, на более дорогих фотоаппаратах это 150 тысяч срабатываний, после этого момента в любой момент фотоаппарат может сломаться. А многие свадебные фотографы приносят порядка 5000 фотографий с одной свадьбы. То есть вы отсняли 20 свадеб и, и у вас израсходовался ресурс обычного фотоаппарата. Вы отсняли 40 в свадеб и у вас за год, а если вы за год отсняли 40-50 свадеб, то у вас за год израсходовался ресурс профессионального, скажем так, фотоаппарата, который рассчитан на 150 тысяч срабатываний. Данная штука не гарантирует, что сделав 150 тысяч фотографий, ваш фотоаппарат сразу сломается. Но если это не такие неубиваемые фотоаппараты, как Марк 2, допустим, у которых есть случай, что 800 тысяч срабатываний, то большая вероятность. Та же шестерка, а, очень много ситуаций, когда у людей только закончился пробег в 100 тысяч и буквально там на следующей тысячи или через одну тысячу фотоаппарат уже ломался и накрывался. Это все ремонтируется, а, но, как правило, без последствий не проходит. Если у вас электронный затвор, то вы можете снимать с сериями беспрерывно и ни о чем не париться. Допустим, особенно это классно, когда а, вы снимаете какие-то детские фотосессии либо какие-то репортажи а, спортивные или животных. А, допустим, Дэн на съемке ребенка за час может сделать несколько тысяч фотографий, а у него максимальная скорость съемки, по-моему, 11 или 14 кадров в секунду. И то есть, как только у ребенка началась зарождаться какая-то эмоция, он зажимает кнопку, и за следующих 3 секунды секунду он делает там фоток 40. А все остальное, что ему нужно, выбрать из этих 40 одну-две самых лучших. А клиенты в восторге, как у него получается так ловить какие моменты и такие шикарные кадры получать. А дело в том, что снимает на электронном затворе, ресурс затвора никак не израсходуется, он может бескр... беспрерывно снимать с скоростными сериями и выбирать потом самое лучшее, что ему нужно. Когда снимают на длинных выдержках, то есть когда у нас выдержка, допустим, там 10 секунд, 15 секунд, когда мы хотим снять ночной город, какие-то размытия огней и прочее, нам нужен очень-очень крутой штатив, потому что, потому что даже если мы аккуратненько нажали кнопку затвора, если это какой-нибудь навороченный фотоаппарат, если это особенно типа марка второго, или такие фотики, у которых механизм из зеркала и затвора работает так мощно, что весь фотоаппарат сотрясается на хлипких штативах, то у вас уже будет некрасиво, пойдет смаз. А также смаз часто бывает, когда в момент нажатия, поэтому если вы снимаете на длинных выделениях, лучше всего ставить таймер в 2 секунды то есть вы нажали 2 секунды если что а потом уже произошла фотография делается фотография а с электронным затвором никакой никакой тряски ничего не происходит а потому что внутри абсолютно ничего не шевелится на данный момент у электронных затворов есть два основных недостатка и чем старее чем дешевле у вас фотоаппараты тем они более ярко выражены чем у вас более новые более современные модели тем их сложнее заметить тем их сложнее получить а Первый шаттер это а, такое некое особое размытие очень быстро подвижных элементов а, то есть это не такое размытие как когда у нас смаз из-за маленькой скорости затвора когда вот все такое видно как смазано а это вот как на картинке а слева мы видим как у нас ракетка исказилась то есть один и тот же момент а, скажем так снят и видно что она не размазана граница у нее четкие резкие но ее форма стала изогнутой и немножечко неправильной и насколько у него да вот у человека вытянутая рука и вообще а, ну я думаю объяснять не надо, это так видно именно идет не смаз а вытягивание искажения формы такое а, происходит на очень быстрых скоростях пример с теннисом очень наглядный то есть кто играл, кто смотрел знает на с какой бешеной скорости они убьют и с каким быстрым движением там все это происходит а, но ну, из практики опять же если у вас не самый дешевый, не самый старый фотоаппараты с электронным затвором а более новые версии с более новой прошивкой, с каждым разом все это улучшает и с каждым разом все это улучшается с этим совсем борется если у вас более современные фотоаппараты то это крайне редко будет у вас происходить но об этом знать нужно об этом нужно понимать и когда вы снимаете что-то на электронном затворе что-то динамичное обязательно это все контролировать обращать внимание знать где это смотреть и на экранчике разглядывать потому что в мини варианте может не обратили внимание потом на компе дома заметили и это уже не очень хорошо и еще одна особенность это проблемы с лампами которые мерцают то есть если вы вы находитесь на улице, у вас нет абсолютно никаких проблем с этим. Вы легко снимаете в солнечный день со светом от окна и прочего, с лампами накаливания, никаких проблем. Но если у вас различные светодиодные лампы, энергосберегающие и прочие, в зависимости от модели ламп, есть большая вероятность, что у вас будут полосы, характерные ярко выраженные полосы по всему полю. И полноценно их убрать с фотографии, я не представляю возможным. То есть фотография, ну, на самом деле, получается испорченная. Поэтому, если мы на улице с обычным освещением, мы можем снимать сериями, мы можем вставить электронный затвор, снимать сериями, не бояться за ресурс затвора и ни за что не бояться. Но если у нас безумно дикая динамика, либо у нас вот такое освещение, мерцающее глазом, это не видно, когда светодиодная лампа светит, кажется, что все отлично. Но на самом деле она не светит, а она мерцает и она... На фотографиях на электронном затворе это будет видно ярко выраженными полос, полосами по всему полю опять же, электронные затворы так вот всерьез устанавливаются на серьезные камеры, стали совсем недавно, и с каждым годом все эти проблемы становятся все менее влиятельны, и все лучше, успешнее с этим борются, и это просто вопрос времени, когда мы полностью откажемся от механического и останемся только на электронном. А еще один недостаток электронного затвора на данный момент нельзя снимать на длинной выдержке, то есть если а, мы хотим снять там с размытия огнями и прочее в темноте, а, то там максимальная выдержка порядка одной секунды. Пока я еще не слышал Электронном затворе, на котором можно снимать на длинной выдержке, но опять же, но опять же, я уверен, что в ближайшее время это все будет компенсироваться, все будет доделываться, и все возможности будут полноценные. Насколько я знаю, у Олимпуса сейчас есть очень крутая технология, которая позволяет на длинной выдержке снимать и в процессе съемки видеть, как у вас формируется кадр, и вы в любой момент можете прекратить съемку а, в тот момент, когда вы увидели, как вас устраивает, не устраивает картинка. Ни у кого у других таких возможностей нет, кроме Олимпуса. Не, не знаю, какой там затвор пользуется или кто. Или механический, но при съемке на длинной выдержке. Но для людей, которые любят снимать на длинной выдержке, Олимпус тут на голову всех превзошел, и э, вам не нужно предугадывать, вы снимаете, видите, как создается картинка, и прекращаете снимать, когда вам это нужно. В общем-то, по этим причинам я пока еще не слышал о полноценном фотоаппарате, который бы полностью отказался от механического затвора. А в любом случае сейчас лучший вариант это комбинировать. Если вы находитесь в условиях, когда вам нужна длинная выдержка, либо у нас есть мерцающие источники освещения, либо безумно быстрый объект, это что-то должно быть действительно очень быстро двигаться, тогда ставим механический. Во всех остальных случаях мы можем легко снимать на электронном, при этом абсолютно не убивая затвор. Ну и все фотоаппараты, какие я знаю, у которых есть электронный затвор, они поддерживают такой режим совмещения электронного и механического затвора. У меня всегда стоит такой режим, плюс в том, что в обычном состоянии, когда мне хватает а, скорости механического затвора, у меня работает механический затвор, а если мы находимся где-то в помещении, что там могут быть какие-то гнитья лампы гореть, либо еще что-то он в любом случае у меня будет снимать на механическом затворе и никаких проблем не будет. Но если мы вышли на улицу, где яркий солнечный день, все очень слепит а в моем фотоаппарате максимальная скорость затвора 4000 механического, а я с диафрагмой 1.4 вышел на улицу. Тут же автоматом фотоаппарат понимает, что нужна большая большая скорость затвора переключается на электронный и я на улице на диафрагме 1.4 продолжаю снимать никаких проблем не испытываю. Независимо от того, на какой вы системе находитесь, Кэноны, Никоны, Олимпусы, Fuji или что угодно, это просто вопрос времени, когда все постепенно перейдут на электронный затвор. А, Но ну а учитывая, с какой скоростью эта технология развивается, я думаю, в ближайшее время все эти минусы будут легко убраны и никаких проблем у нас, никаких потерь с переходом с механического на электронный у нас не будет. Ну и также, раз уж мы начали тему затвора, есть еще такое понятие, как съемка по задней шторке. А, многих ребята напутает, кто-то ее называет по задней шторке, кто-то ее называет по второй шторке. Шторки. Это съемка со вспышкой. А, в обычном состоянии происходит так: у нас открывается затвор и тут же пыхает вспышка у нас, а потом еще затвор какое-то время остается открытым. Это очень хорошо подходит для обычных ситуаций, а, и все работает правильно. Но в вашем фотоаппарате вы можете настроить, а, зайдя в меню вспышки, настроить так, чтобы а, режим вспышки по задней шторке, либо по второй шторке. Это очень классно подходит а, к съемке различных танцев, банкетов или чего-то вот такого динамич... динамичного, где есть различные огоньки. Но вкратце Такая съемка происходит так, что мы ставим довольно длинную выдержку, то есть это может быть 1, 2, 3 секунды, и снимаем танцы. И снимаем танцы, при этом у нас установлена вспышка, но она настроена по задней, по второй шторке. Мы нажимаем кнопку, у нас открывается затвор, 3 секунды рисуется картинка, получается танцующие люди у нас размыты и не особо ярко видно их, потому что ну, они сами по себе свет не излучают, танцы проходят в таком полумраке, поэтому люди просто какие-то силуэты размазаны создаются, но при этом все, что у нас светилось, различные огоньки, там гирлянды, бар на заднем плане, что угодно, светомузыка, все это очень классно замудренно так размывается. И в самый конец, не в начале, а в самом конце бахает вспышка и высветляет танцующих перед вами людей. И они, получается, как замороженные. Их очень хорошо видно, они хорошо освещены. При этом а, и, и мы получаем картинку, на которой видно а, очень резко людей, но при этом прорисовались все размазанные огонечки, которые так интересно закручены и завихрены. А, это и называется съемка по задней шторке. Кому интересно так снимать банкеты, а кому интересен этот метод, в описании под видео будет ссылка на подробное видео, как, как снимать, какие настройки, какие хитрости и тонкости для того, чтобы получать подобные фотографии на танцах. Кому интересно полностью разобраться в своем фотоаппарате, в его настройках, наша фотошкола в апреле стартует в четырех странах. Россия, Беларусь, Украина, Казахстан. Очень много городов. Ссылку на список городов можно найти в описании под видео. Информацию о школе и прочее также можно найти. Также у нас выходит книга, учебник по фотографии, максимально полный курс. Она это и наш официальный учебник нашей фотошколы, и она рассчитана так, что можно самостоятельно под ней обучаться, если в вашем городе пока еще нет фотошколы. А вся информация в описании, надеюсь, было полезно. Всем спасибо, до свидания.